Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Массовые обливания холодной водой прошли на севастопольском пляже Парка Победы. Более 150 моржей и жителей разных регионов Крыма поучаствовали в акции «Быть здоровым – это модно» на 10-м международном слете любителей зимнего плавания. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. На городском пляже Парка Победы собрались порядка 200 любителей зимнего плавания, чтобы исполнить февральский заплыв в Черное море и поучаствовать в массовых обливаниях ледяной водой. Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно» прошла в 20 регионах нашей страны, включая новые. Мероприятие транслировалось по телемосту, где у участников была возможность передать привет и показать согражданам. Севастопольцы тоже закаляются. Обливание – это развивает силу духа, делает людей, учит людей преодолевать какие-то препятствия. Мы своим примером показываем подрастающему поколению, мы показываем всем окружающим. Мне кажется, сегодня в этом парке было более 500 человек, которые увидели, и я думаю, каждый из них захотел бы поучаствовать в нашей акции, потому что у людей глаза горят, люди наполнены вот этой энергией, наполнены радостью, наполнены этим праздником, который мы посвящаем всем нашим воинам-освободителям. На 10-й международный слет моржей в Севастополь приехали люди из разных городов Крыма. Участники признаются, 25 февраля в городе было достаточно тепло. Плавать в море – одно удовольствие. Евгений Вальцехович приехал из Евпатории. Моржеванием мужчина занимается уже 5 лет. По его словам, привычка обливаться холодной водой позволяет укрепить здоровье. Здоровый образ жизни, он всегда бодрит. В здоровом теле здоровый дух – это придумано не нами, как бы, ну… Скажу так, это очень хорошо, и поддерживаю всех людей, кто этим занимается. Люди, подключайтесь, это не страшно, не бойтесь. Я тоже когда-то боялся, на самом деле ничего страшного нету. Берешь, нырнул, проплыл, кайфанул, вышел, тело горит, вперед еще раз. Раз, два, три, пять, и потом ты опа, и морж уже. Жительница Севастополя Ольга Гришина занимается зимним плаванием практически полгода. Женщина рассказала, ежедневно, рано утром она плавает на городских пляжах. Такое занятие придает ей сил и наполняет позитивными эмоциями. Я, в принципе, занимаюсь зимним плаванием. И когда возникла такая возможность, я, конечно же, согласилась с удовольствием, не раздумывая. Это развивает силу духа, волю, выносливость. Мы закаливаемся, улучшает настроение, соответственно, работоспособность лучше. Во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно» также приняли участие курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова, студенты СевГУ и Севастопольского морского колледжа. Жанна Тарасова, Анатолий Паньков, Сев, Информбюро.